15 февраля в России отмечают памятную дату. 32 года назад в этот день последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В память о тех, кто не вернулся с зоны конфликта и в знак благодарности героям, в Люберецкой школе номер 11 прошел концерт. На нем побывали мои коллеги. Этот день Владимир Степанов называет праздником со слезами на глазах. Так же, как и 9 мая, он вызывает двоякие чувства. Как бы это наш 9 мая. 15 февраля, день вывода наших войск с территории Афганистана. Поэтому память такая вещь, поэтому тяжело вспоминать. 9 лет и 51 день длилась афганская война. 15 тысяч советских солдат стали жертвами конфликта. Спустя много лет память о каждом герое жива. Каждый человек – это мир, за каждым человеком – семья, близкие. И это понятно, есть такие слова, невосполнимые потери, это слова. Что они несут? Я думаю, что для тех людей, кто потерял своих близких, они ничего не несут, потому что это огромная утрата, это всегда боль на всю жизнь. В Афганистане воевали более 700 люберчан, 28 из них погибли на полях сражений. В день вывода войск из зоны боевых действий учащиеся 11-й школы вспомнили участников и других локальных войн. Вы наш будущий оплот, вы наша надежда, вы защитники государства. И мы возлагаем на вас большие надежды. Сейчас ваша задача учиться, учиться и учиться еще раз, быть достойными. Этим ребятам есть с кого брать пример. В их школе учился настоящий герой Павел Мелешко. В 2001 году он погиб на Чеченской войне. Сегодня в городском округе Люберцы увековечено имя каждого, кто ценой собственной жизни выполнял долг за пределами Отечества. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.